Поддержка социальной сферы, медицины, развитие промышленности и реставрация стен Новгородского Кремля. Эти темы обсуждались в ходе рабочей встречи президента Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Подробнее расскажет Арина Аксенова. Началась сегодняшняя встреча с обсуждения социально-экономических вопросов. Здесь у региона определенно положительные сдвиги. В прошлом году в Новгородскую область приехали 2000 новых жителей. Для сравнения, в 2019 их было 600. Что неудивительно, ведь Великий Новгород становится все более привлекательным местом для жизни. В рейтинге благоустройства мы четвертый в своей группе. Городов до 250 тысяч. Не последнюю роль в этом играет растущее качество новгородского образования. Университет неплохо развивается. Да, университет развивается достойно. С 30-го, то есть последнего места в рейтинге опорных вузов, мы теперь на третьем. Как следствие, плюс 46% рост количества студентов. Дети верят в новгородское образование. И это вот еще один из факторов положительного миграционного прироста. То, что приезжает молодежь, молодежь учится, молодежь остается. И молодежи будет где работать. Акрон запускает инвестиционный проект на 140 миллиардов, а три крупнейшие мировые компании – Хаслахер, Икея и УПМ Кюменне – инвестируют миллиарды в глубокую лесопереработку. А президента заинтересовала работа лаборатории Новгородской технической школы, которая еще строится, но научная деятельность по самым перспективным направлениям уже ведется, пока в приспособленных помещениях. Цифровой биодизайн – это что такое? Это… Ну, в том числе, например, цифровые модели болезней. Это в цифре описание того, как протекает болезнь. Это нужно для того, чтобы смоделировать возможные варианты лечения, возможные варианты терапии. Разумеется, невозможно было обойти тему ковида. Благодаря федеральной поддержке Новгородская область вошла в 2020 год без долгов медицинских учреждений. Но, как говорится, на Москву надейся, а сам не плашай. Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим еще своих потратили на санитарок, на костелян, что тех, кто тоже работает в красной зоне, посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности один из самых низких в стране. То есть я считаю, что мы справились более-менее нормально. Отток медиков прекратился. Вот это очень важно. Еще один важный момент – обследование болевых точек Новгородского Кремля. По каждой из них есть планы, и благодаря Министерству культуры запланировано финансирование реставрационных работ на ближайшие несколько лет. Это очень важное направление, да, что это истоки нашей государственности российской здесь находятся, поэтому без всяких сомнений этому нужно уделить должное внимание. Это совершенно очевидно, что за это спасибо. Под финал встречи вспомнили о поручении президента о строительстве в Великом Новгороде фондохранилища. Андрей Никитин сообщил, что после долгих лет бюрократических проволочек этот объект уже проектируется. Он будет называться «Историко-археологический центр имени академика Янина». Арина Аксенова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.